Disaster fell upon our lush, bright world. Lands never touched by cold were suddenly buried in ice and snow. My people survived this harsh environment, but we knew we couldn't last much longer. The greatest minds struggled to understand this mysterious cataclysm, but only my grandmother came close to unveiling its secret. Друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и сегодня я предлагаю вам начать прохождение игры «Полуночный зов». Это часть под номером 3, называется она «Валерия». Вы знаете, я немножко удивился вот этому превью-ролику, какая-то зима, холод. Мне казалось, что в третьей части мы будем пытаться найти способ разрушить заклятие, на которое наложено на нашу героиню могущественным джинном. Если вы играли в Джеронимо, то есть во вторую часть «Полуночного зова», то вы знаете, что там был такой, знаете, небольшой посыл на третью часть, чем мы будем тут заниматься. И вот, видя этот превью-ролик, я, честно, удивлен. Ну, посмотрим, может быть, наша героиня как-то совместит поиск вот этого вот лекарства или какого-то способа снять это проклятие. Либо разработчики, формально говоря, забыли то, что было во второй части, решили сделать какое-то самостоятельное приключение. Возможно, в четвертой части мы уже узнаем, точнее, или не узнаем, или будем заниматься поисками вот этого самого лекарства. Ну, я надеюсь, что разработчики хотя бы не забыли про то, что наша Валерия хочет быть Джеронимо. Вот, именно так. И перед тем, как мы начнем, как всегда, давайте посмотрим ачивки. Я уже предполагаю, что здесь мы опять будем играть в сложном режиме. И вы знаете, говоря о прохождении прошлой части, мне, честно, очень понравилось вот именно этот сложный режим. Он мне напомнил старые классические квесты. Действительно, очень круто реализовано. Надо быть очень внимательным, максимально даже внимательным и рассудительным, чтобы ничего не пропустить. Итак, три мини-игры без пропуска. 5-10 все, ну это понятно. Аналогично со сценами поиск, это понятно. А теперь снизу более интересные ачивки, наверное, пойдут. 5 скрытых предметов, 3 и 1. 5 скрытых предметов подобрано. Как я понимаю, это в сценах поиска. Надо 5 предметов собрать за 5 секунд. Ну и 3, соответственно, за 3. Одна мини-игра пройдена меньше, чем за минуту. Ясно. Дальше. Одна сцена поиска меньше, чем за минуту. Больше за 10. Тайная комната пройдена без подсказок и пропусков. В тяжелом режиме, друзья, о чем мы с вами, в принципе, и догадывались. Большая головоломка пройдена без пропуска, то бишь супер головоломка. 10 сцен поиска подряд пройдены менее чем за 3 минуты каждая. 3 скрытых предмета подобраны за 3 секунды. Так это мы делали. 5 сцен поиска подряд. Коллекционные предметы. Осколки какие-то. Некие коллекционные предметы и все морфинги. Да, 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 очень много чего интересного тут. Ну, посмотрим, друзья, как у нас получится. В прошлый раз мы выбили все ачивки, кроме тайной комнаты, но там надо просто в конце игры, после завершения основной бонусной, надо просто еще раз пройти все головоломки и сцены поиска без пропусков и подсказок. Поэтому, формально говоря, мы это тоже выполнили, просто на это надо какое-то дополнительное время. Значит, говорите, сложный режим. А что такое зодиак? Здесь, видимо, осколки. Тайная комната будет закрыта. Фреска. Тоже пока непонятно.
Очень интригующе. Это что, будем такое мы ставить? Не, друзья, я ничего ставить себе на рабочий стол не буду. У меня обычный черный экран. Больше ничего, мне там никаких картинок не надо. Итак, это бонус, да, как отсюда, с этого бонуса-то выйти? Вот. Ну что, друзья, я предлагаю начать. Основные приготовления завершены. Посыл подан. Вперед с песней. Музыкой или с музыкой и песней. Как вам удобнее. I know what's causing this cold, but it seems someone isn't happy I did. I think I'm all right. Очень банальное начало, если честно. Это как за рулем какого-то транспортного средства мы ехали, только в этот раз мы управляли лошадьми. Вот, если бы наша героиня, она же ведьма, летела бы на метле, было бы все это гораздо оригинальнее. Ее там кто-нибудь сбил бы, она упала бы в лес, это было бы более эффектно, на мой взгляд. Но да ладно, друзья, это все может быть я придираюсь. Что вот это такое? Так, подсказка нам не надо. Так, инвентарь прикрепляем. Что вот это? Ой, нет, я не люблю такую штуку. Ну что, давайте смотреть. Новое задание – добраться до замка. Валерия, моя дорогая, я буду ждать тебя в замке. Кажется, я поняла, что вызывает глобальное похолодание. Так, теперь у нас появилась карта. Так, мы нашли какой-то осколок. Понятно, осколки, значит, друзья появляются вот на этих сценах приближения. Теперь надо разобраться с морфинг-объектами. Они, по-моему, на каждой локации были во второй части. Наверное, как-то гнездо надо сбить. Факел. Вот он, изменяющийся предмет. И какие-то еще коллекционные штукенцы надо найти. Но пока мы еще ничего не видели, может быть... Ух ты! Аж два осколка. Пламя. Ну, это явно нарисованное пламя нам поможет, а вот здесь мы запросто можем что-то применить. Может быть, растопить? Вот, блин, уже даже не пишут, с чем можно тут взаимодействовать. А вот я к этой сосульке прицепился. Так, это, видимо, первая сцена поиска. Давайте условимся, наверное, следующим образом. Сейчас я попробую собрать 5 предметов за 5 секунд. Если там, конечно, не будет каких-нибудь других условий, там, допустим, попытаться можно. Здесь 6 предметов. Раз. Два. Три. 4. Стойте, кошелечек мы вот этот брали. Раз, два, три, 4. Угу. Тут, то есть шишки можно и дальше нажимать, и все будет нормально, да? Ну, замечательно. Так, я не посмотрел, честно, что мы там сделали.
Но нам надо еще постараться быстро все это пройти. Фотография. Перо. И перо, перо, перо. 3 минуты, друзья, у меня есть всего лишь. Вот. Пила где-то спрятана. Раз она так некрасиво выделена, мне это пригодится. Так, где ачивки посмотреть можно? У нас есть дневник достижения. Найден первый осколок. 3 скрытых предмета за 3 секунды. А 5 скрытых предметов мы за 5 секунд не нашли. Ну ладно. Так, а что тут еще было? Зодиак. Пока ничего. Что сразу туда выходит? Фрески в процессе собирания. Так, и дневник. Вот за что я люблю Elephant Games, помимо, конечно, других нюансов. Но вот одно из тех факторов, почему я люблю Elephant Games, потому что здесь есть дневник. Я обожаю читать дневники. Это позволяет историю держать не только в голове, но и где-то вот на бумаге. То есть можно прийти через 3 дня, почитать, и хотя бы какие-то фрагменты сюжета восстановятся. Наш мир поглотила вечная мерзлота, но похоже, что моя бабушка знает, как все исправить. Поэтому она позвала меня в свой замок. К сожалению, я попала в аварию, поэтому остаток пути мне придется пройти пешком. Я не знаю, по-моему, мне, наверное, кажется, но лично... По ощущениям, по-моему, здесь сложнее стало играть в сложном режиме, потому что там хоть что-то вот писалось, там, допустим, я не могу здесь это сделать. Здесь уже даже вообще без надписи, то есть надо просто догадываться, где тут что можно створить, а это очень сложно, мне кажется. Друзья, я надеюсь, я взялся за посильную задачу. Так, наверное, надо дерево распилить. Нет. Сильная девушка, ничего не скажешь. Набраться за дамка. До замка задание выполнено. Так, ищем призрачные предметы. Вот это может быть нет. Валерия, какая-то девушка стояла сзади, если это, конечно, не портрет был. О, Овен. Волевой, решительный, предприимчивый. Кто у нас, друзья, овны? Пишите, согласны вы с этими словами или нет. Так, а что тут? Ну вот это же меняется. Я же нажимал уже. Почему сразу нельзя это было засчитать мне? О, помощники, друзья, наши помощники. Часы, боже ты мой, сколько тут всего можно сделать. Тут бы в голове все это удержать. Убрали, потом, возможно, эту. Потом эту. Эту не получится. Блин. Эту загадку надо решать. Да что твою-то дивизию?
60 секунд, видимо, не справился, нет? Фух, потому что, друзья, обычно вот в таких играх самая первая головоломка, самая легкая считается. Так, возьмем это. Привет, дорогой друг. Все, нас теперь еще больше стало. В прошлой игре у нас было несколько помощников, даже можно было как-то что-то чередовать. Вот. Ну, хоть здесь какая-то косвенная подсказка есть, хотя, в принципе, у меня была идея вот эту штуку собрать сверху. Отлично. Тут пока я не знаю, а вот здесь я звездочку-то, в принципе, и воткну. А вот это не сюда, нет? Нет. Надо найти место, где вот эти штукенции можно применить. Крылья, часть ворот. Избавляемся от предметов. Крылья. Может быть, что-то здесь еще осталось. Локация завершена. Попробуем откопать. Там какой-то... Там вообще непонятно что, если честно. Так, это отвертка? Отмычка. Может быть, поможет? Нет, не хочет. Здесь тоже мы завершили. Сейчас мы... Так, крыло меньше. Что еще тут можно сделать? Так. Часть ворот. А, ну да, что-то я что-то другое себе представлял. Фу-фу-фу. Ну, как понимаю, надо каждому персонажу свои предметы впихнуть. Так, получается, надо поменять местами. Кстати, вот здесь, по-моему, пока не было выбора сложности головоломки. Может быть, я не заметил? Так, смотрим, что дальше. Войти в замок. Я подошла к замку и увидела, что бабушка в беде. Кажется, кто-то не хочет, чтобы я выяснила причину холода. Так, ищем изменяющийся предмет. Может быть, вот... Your grandmother needs your help, but she's on the second floor. You must find your way there. Может быть, вот это? Нет, не вот это. Ага, вот ты где. Хорошо, ищем дальше. Ну давай, погоняй этих птичек здесь. А ну-ка, свалили отсюда. I don't open my book for anyone, unless you have the amulet for it. Now go away. Странно, что нету перевода. В общем, он поведал нам о том, что он не откроет книгу ни для кого, если у вас не будет амулета, поэтому проваливай отсюда, в общем. Вот как-то так.
Амулет у нас вроде какой-то есть, но... Но, надо его еще собрать до конца. Какой-то неприятный кот. Тут тоже что-то, видимо, не хватает. Части фрески какой-нибудь. Ага, усов. Медальон. Да, не пускают еще одни ребятки. Амулет стихии, может быть, уже вряд ли сюда. Кукушка, может, надо, здесь нет букв. Вот, у меня одна есть. Так, золото. Что-то мне кажется, что, возможно, я здесь чего-то не собрал. Камень стихии украли, возможно, из-за этого все замерзает. Нужно поторопиться. Так, я надеюсь, здесь ничего нет. Это вот бумажка, она все портит. Эту же бумажку можно себе в дневник вот сюда вот впихнуть ее и забыть про это. Нет. Надо вот эту вот сцену приближения оставить, чтобы я думал, что здесь что-то есть. Украшение статуи, амулет стихии, медальон. Это что, выходит, на этой локации мы все завершили. Значит, зодиаки мы собираем. Осколки тоже. Только бы ничего нигде не пропустить. То что-то давно мы не проходили подряд несколько игр и выполняя при этом все ачивки, что-то всегда было не так у нас. Ага, для часов. И тут как бы вроде все. Ага, нет, не все, тут еще отверточка надо. Ну конечно, все, тут еще столько. Так, здесь мы завершили, значит, идем сюда. Часть волшебного замка. Мне от этого легче не стало, если честно. Вот. И что-то надо. Но у меня такого нету. Амулет стихии. Медальон, амулет стихии.
И что, друзья, тут мне делать теперь? Здесь только вот это вот приближение осталось. И нигде ни одной подсказки нету, что можно утворить здесь. Если убрать ту локацию, которая находится за нами, у нас остается отвертка, песочные часы. Данные предметы вряд ли подходят. Медальон, амулет, стихии вряд ли. Здесь где-то использовать можно. Здесь надо какую-то фреску, может, еще одну найти. Но вряд ли вот эти вот предметы подходят. Ничего вроде не берется. Здесь надо найти часть замка. У нас его, в принципе, тоже нету. Значит, он не подходит. Зачем я вот это собирал? Вот эта штука где-то, наверное, должна использоваться. На часах надо кукушка. Вряд ли это тут где-то используется, да. Тут как бы все. Здесь про фреску мы поговорили. Вверху ничего не сделать. Стражам надо... Ничего вообще у них нету. Вроде бы никак с ними не повзаимодействуешь. Тоже пусто выходит. Вот это такое. Ой. Тут какой-то медальон нужен тоже. И все, и получается, я не знаю, что делать. Вот вам и сложный режим. Единственное, я мог где-то пропустить на какой-то локации некий предмет. Вот оно что. Блин. Так, амулет облака и часть волшебного замка. Это сюда будет вставлено. А вот я и подзабыл про эту фишку, что можно ворочить вот эти задачки. Так, 5 предметов. Давайте сейчас по-быстрому попробуем найти какие-то монеты. Здесь так хочется на них нажать. Ага. Монетницу собрали. Еще какой-то знак силы здесь есть. Ой. Так, ладно, все, буду сейчас думать. Глаз, монетница. У меня просто еще времени не так много. Паук. Черепаха. Лук, птица, летучая мышь. Вот лук. Летучая мышь. Черепаха, лук, летучая мышь, паук, глаз, цветок, куб. А там 5 предметов надо было выбрать. Ну, вроде бы мы с вами это сделали. Так, остался что у нас? Некий цветок, птица... Летучая мышь, весы. Используйте лупу, чтобы найти и подобрать что-то там. Ага, ух, как интересно. Молодцы, Бигфиш.
Big Fish. Ну и Big Fish тоже молодцы, естественно. Elephant Games лучшие. Обалденно интересный поиск. А что мы не нашли? А, еще какую-то часть осталось. Давай. Хотя спешка тут ни к чему. Чем быстрее будешь стараться что-то найти, тем медленнее это получится сделать. Как бы парадоксально это ни звучало. Но, друзья, спешка зачастую только губит. Чего-то я не нахожу. Блин, друзья, если я сейчас не успею, мы не сможем выполнить одну ачивку. Так. Вот она. Так, мне кажется, что-то мы не сделали. Смотрим. Я взял 5 скрытых предметов за 5 секунд. Это ж у нас вторая сцена поиска. Значит, мы в следующий раз с вами узнаем, справился я или нет. Очень хочется в это верить. Охранный амулет. Спасибо, господа. Валерия. I've at last uncovered the reason why our world is freezing to death. It was your cousin Tim's doing. Tim blamed himself for his parents' death, so he performed a ritual to bring them back. But he failed and only made things worse. Now, take this and find the magic watch in my secret stash. My watch will take you to 5 minutes before the catastrophe, so you can stop Tim. Куда она исчезла? Я торопилась как могла, но все равно опоздала. Незнакомец смертельно ранил ее и сбежал. Перед смертью бабушка сказала, что во всем виноват мой кузен Тим. Он хотел вернуть к жизни своих родителей, но сделал только хуже. Я собираюсь отправиться в прошлое и остановить его. Вот так, друзья. Телец. Упорный, стабильный, спокойный. Ткань, надо что-то сюда вставить, чем-то достать. К окошку не приблизишься. Какой-то интересный тут сундук. Ага. Фрагмент картины. Странно, что здесь только... то здесь нету больше элементов вот этих вот, что я собираю. Ну, я тоже не вижу. Ладно, давайте вернемся сюда, используем.
завидная смекалка. Три мини-игры без пропусков. Ну, хорошо, потихоньку выбиваются ачивочки. Так, мы нашли амулет звезды. Амулет звезды. Монета. Кстати, монеты, может быть, открутим, как это часто бывает в играх. Я вот с какой-то игрой давным-давно тоже вот так получилось. Надо было отвертка, а и мне такого опыта нет. Ну, не было, что монеты можно открутить вот эти вот болтики. И сколько, друзья, я промучился, пытаясь понять, что делать дальше. Потом в итоге случайным перебором оказалось, что монета очень даже хорошо подходит для этого дела. Так, теперь у нас есть кукушка. Это один из ключей, наверное. Ключ от картины. Угу. Значит, что-то где-то можно еще применить. В этой комнате осталась только книга. Там только песочные часы. А может, тоже можно у него спасти вот это вырвать? Нет, не дает и не хочет даже. Ах ты ж. Вот и вторые. Сцена поиска, друзья, но будем надеяться. Так, у нас теперь надо просто быстро проходить. Нет, это... Я не знаю, как это считается. Пазл или комикс это? Это все-таки, наверное, сцена поиска. Очень, кстати, оригинально. Я давно такого уже не видел. Так. Кусочки, кусочки. Так, осталось два. И что-то еще тут совсем непонятное. Амулет от книги. Ух ты! Что это мне там надавали целую кучу ачивок? Да, друзья, пока мы справляемся с вами. Три сцены поиска без подсказок. Три сцены поиска подряд менее чем за 3 минуты каждую. По-моему, что-то я еще получил или мне показалось. Ну, неважно, пока что справляемся на 5 с плюсом. Все пока тогда по плану у нас идет. И я очень этим фактом доволен. Хорошо, нам дали фамильный амулет. А, кстати, хотел проверить я. Получается, на этой локации мы все выполнили, кроме вот этого вот момента. Здесь никаких нету кусочков. Значит, нам сюда осталось только пойти. Martha and Tom's diner had a son named Tim. He was a healthy child with a keen mind. He was always kind and obedient. One day, Tim asked his parents if they could gather mushrooms in the forest near their home. As they searched, a pack of wolves attacked. Some hunters came to help, but only Tim survived. Tim blamed himself for the tragedy. He distanced himself from others, refusing to move on. Опасный мир. Я сказал тебе все, что я знаю. Это его последние слова были. И здесь выходит все. И на этой локации мы все, друзья, завершили. Ух.
Ух ты! Угу. Здесь, видимо, надо найти одинаковые. Очень занятная задачка на внимательность. Тут решили. Так, а что здесь? Сколько, наверное, клеток? Ага, надо соединить их все вместе, получается. Ты явно будешь в центре. Готово. Что тут у нас? Надо что сделать? Так, дальше. А это что такое? Угу. Если ты первая. Здесь же есть какая-то логика, наверное. Так, если так... Не совсем понял, что там надо было делать. Это уже большая была головоломка. Ну, вы знаете, какая бы она ни была, мне она... Я люблю у Lefan Games вот эти вот такие задачки. Очень круто они смотрятся. Wow, I'm actually traveling through time. Я нашла волшебные часы и отправилась в прошлое. Я должна найти Тим и помешать ему провести ритуал. Только так я смогу спасти бабушку и остановить замерзание мира. А, ну так еще и бабушку можно спасти. Тогда вообще все хорошо у нас будет. Так, давайте искать призрачный предмет. Тут, видимо, как я понимаю, он должен быть... Да, изменяющийся предмет есть. Что тут? Вперед. Бабочку ловить будешь? Нет. Покопаться хочешь? Ты мне замочек открыл. Туда нас не пускают. Вот видите, друзья, в некоторых играх, не так давно, я вот забыл, наверное, в Grim Facade, у нас главный герой сам взял стекло и спокойно там, что надо было, ему разрезал. Здесь, видите, такое уже сделать не получается самостоятельно. Надо обязательно ему что-то
для того, чтобы не порезаться. Надо секатор собрать. Так, я взял ключ какой-то еще. Сейчас цена поиска будет наверняка куча сейчас предметов будет различных. Погнали. Найдите пары. 6 штук. Так, там ложка была. Вилы, подкова, кружка. Я как-нибудь найду что-то общее. Есть. Один предмет ушел. Подкова. Здесь, по-моему. Так. Вилы. Вот. А где ж ложку мне найти? Тут кружка. Ложка здесь. Одну пару я так и не находил, кстати, ни разу. Кружка. Где-то тут была кружка. А последнюю пару я ни разу и не видел. Конверт. Надо найти теперь, где он тут спрятан. Удивительно, я не видел ни разу нигде никаких больше предметов. Во, где он был. Так, точильный камень. Точильный камень — это хорошо, конечно, когда полностью собраны сломанные ножницы. А может быть, здесь что-то можно доделать? Распродажа полезных изделий. Купи, пока они еще не... пока они еще в наличии. О, видите, зато главное, что болтик не надо искать. То очень часто, друзья, приходится еще заниматься поисками болтика. Здесь надо чем-то разрезать, видимо, стекло. И тут что-то тоже лежит, мне так кажется лично. То есть надо еще какой-то предмет один. Волшебные часы. Мини-игр без пропусков. Ни хрена себе, бочка закрыта. Когда-нибудь такое видели? Лягушка, брысь отсюда. Близнецы. Активный, разносторонний, переменчивый. Так, 6 изменяющихся предметов. Тоже неплохо. Пистолет. А что здесь надо? Что-то взорвать может. Застежка от сумки, амулет солнца. Давайте одну застежку используем. Круг.
Застежка от сумки. По-моему, на этой локации я абсолютно все выполнил. Вроде бы ничего не пропустил. Призрачные предметы нашли. Там взаимодействовали. Все, получается, локация закрыта. Как-то быстренько так все. Рядом с замком есть пещера. Я могу там ставить любые эксперименты. Меня никто не увидит. Тут-то все получается. Ну, вроде бы здесь ничего больше и не спрячешь. Хрена себе, какая разрушительная мощь у этой пушечки маленькой. Вот это я понимаю, девчонка. Видели, как она дерется? Она стрелы отбивает мечом. Это высший класс. Valeria? What are you doing here? Never mind, you can help me. I'm going to perform a ritual to bring my parents back to life. Tim, you mustn't. You'll cause a great tragedy. That's ridiculous. Now stay out of my way. I don't want to fight you. Такая-то что такое? Ага. Явно я не так делаю. Бред какой-то получился. Вот это вроде правильно, это тоже ничего. Я тут, смотрю, не дошел до конца. Так, оно там не доходит. Немножко в сторону. Идет так, на одной линии, не соприкасаясь. Может быть, вот так здесь. Ну, давайте вот так попробуем сделать. Вот так. Нет, значит, наверное, все-таки... Вот эта короткая линия получается, все ясно. А как потом там я соединю? Только если вплотную. Какая-то короткая получится опять. Первый вариант мне больше всего нравился. Тут вроде бы как бы и дальше идет он. И тут не до конца доходит. Но тут три, а там...
Стоп, он должен быть выше. Может быть так? Фу, друзья, вот это была интересная задачка. Круто смотрелось. Ага, еще одна. Так, ну здесь, наверное, надо тут начинать. Что вам не нравится? Так будет. Не так. Нет, что-то тоже не так. Как же вот эти соединить? Вот эти вот точно будут вместе, потому что никак сюда ничего больше не подсунешь. Значит, это вот так будет располагаться, а уже отсюда надо плясать как-то. Но как? Это не подсунешь, это не подсунешь, это не подсунешь. Только если вот это еще одеть, но это же проблема-то не решит мне. То есть эти ребята вообще где-то в центре располагаются. Значит, я пока вас уберу. Вы явно не с краю. Вот это точно с краю будут располагаться. По-моему, абсолютно точно. А если так, есть что-нибудь? Нет, ничего такого нет, чтобы оно... Тогда ты не здесь. А что тогда сюда можно? Вот это я пробовал в прошлый раз, но вроде бы... Ну, вроде красиво выходит вот так вот.
что мне вторая гораздо сложнее дается, чем первая. О, как они красиво могут соединиться. Вы посмотрите. А если это... вот так сделать. Почти идеально. А если вот так... О! Ух! Control of the crystal. It's going to explode. Так может именно поэтому зима и начнется сейчас. I'm traveling through time again. Valeria, my dearest granddaughter, don't fret. I'm still alive and well. Valeria, you've saved the world from cold, but now something worse has happened. А почему нельзя еще раз вернуться назад и попробовать еще раз с ним как-то там переубедить его, может, нет? As you can see, the earth has split open. Our world is growing too hot. You see, the thing is... Я нашла Тима, и он, но он меня не послушал. Придется силой заставить его остановиться. Я изменила прошлое, но все пошло не так. Земля расколота, реки высохли, стоит сильная жара. Зато моя бабушка жива. Бабушку похитил неизвестный негодяй, но я обязательно спасу ее. Прочитаем про рака. Эмоциональный, интуитивный, чувствительный. Призрачный предмет. И, друзья, на этом, наверное, все. Вот такое у нас получилось приключение. На мой взгляд, все пока что выглядит очень достойно. Начиная от рисовки и заканчивая головоломками и очень оригинальными сценами поиска. Сюжет, может быть, слегка кому-то будет неинтересен, больше похож на какую-то сказку, особенно учитывая диалоги довольно наивные, но, друзья, это и есть сказка. Единственное, что меня настораживает, или точнее у меня возникают вопросы, тогда к чему была бонусная глава во второй части Джеронима? Там мы абсолютно точно должны были заняться поисками какого-то снадобья, ну, как я в начале видео говорил, чтобы исцелить нашу Валерию, нашего персонажа. Но здесь пока об этом нет ни слова. Посмотрим, может быть, где-то дальше мы какие-то подробности узнаем. А может быть, опять в этой части будет посвящено это бонусной главе. Точнее, в бонусной главе мы вот именно будем этим заниматься. Я, друзья, не знаю, но посмотрим. Пока что я получаю огромное удовольствие от игры, несмотря на то, что я пытаюсь пройти ее в сложном режиме. Все смотрится просто удивительно, круто. И самое главное, что все здесь действительно логично. Здесь нет никаких абсурдных вещей. А это не может не радовать. Если вас заинтересовала игра, то ссылочка на нее находится под видео. А на этом у нас все. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.